2 апреля международным сообществом принято распространять информацию о проблеме аутизма. Общественники, да и многие государственные деятели во всем мире в этот день посвящают свое личное время привлечению внимания к этому недугу. Диагноз аутизм имеет один из 67 человек на планете. В нашем городе для детей дождя организуют разные виды развивающих программ, в том числе общение с собаками и породы хаски, сказкотерапия. Театр «Петрушка» показывает короткие, яркие спектакли, на героев которых могут реагировать особенные дети. Накануне в Сургуте состоялось несколько акций в поддержку аутистов. От Ситимола уже отъехала колонна автомашин. В ней сидели волонтеры, которые развезли по городу листовки, в которых написано, что такое аутизм. И рассказаны о информационных сайтах, на которых можно получить достоверную информацию. Прошла онлайн-заседание рабочей группы, расширенное заседание рабочей группы по созданию концепции помощи людям с аутизмом. По всему миру сложилась традиция в этот день устраивать акцию «Зажги синим». Неоновая подсветка накануне осветила фасад Кремля. Сенат США. Зажглась она на поверхности Эйфелевой башни и Рейхстага. Второй раз к акции присоединилась Сургутская филармония. В небо взмыли сотни синих шаров, а представители разных общественных организаций по очереди подходили к свободному микрофону, чтобы сообщить, как можно сделать жизнь детей дождя более комфортной. Акция касается меня лично, потому что мой ребенок тоже особенный. И я не могу оставаться равнодушной. И очень хотелось бы, чтобы как можно больше и родителей знали, и просто люди, и все, с кем мы в жизни взаимодействуем, понимали наши проблемы, понимали, как нам можно помочь. Я сама доктор, работаю с детьми, инвалидами, и поэтому мне эта тематика очень понятна. Чтобы люди больше заметили на эту проблему, потому что это проблема не только каких-то там центров, это проблема общества в целом. Я считаю, что это не болезнь, а немножко дети немножко по-другому видят мир.